У Avon вышло две новые палитры теней в такой розовато-красной гамме и в нюдово-бежевой. В данный момент у меня представлена версия Sandstorm, это бежево-нюдовая. Красивое оформление упаковки, это плотный картон и закрывается она на скрытый магнит. В палитре нет зеркала, ну и собственно вот они те 6 оттенков, которые просто будут шикарно сочетаться друг с другом. 3 матовые и 3 таких сатиново сияющих. Есть, конечно, вот этот оттенок и вот этот. Я думаю, в макияже глаз разницы вообще не будет никакой. Ну а светлый, он отлично будет работать как хайлайтер. А матовые оттенки вообще прекрасно будут в складочку, так и на все веко. В общем, поиграться данной палеткой можно. Красивые такие подборки цветов. Приятные, ну и работать, я думаю, будет с ними тоже достаточно легко. Итак, свотчи. Данный оттенок немного рыхловат, но мне кажется, это свойственно всем таким сатиновым, шиммерным. И отлично они будут наноситься именно пальчиком. Посмотрим, вот этот светлый. Это будет отличный вариант в качестве хайлайтера. Нежная такая шелковистая получается текстура. Ну и третий оттенок. И третий оттенок из сияющих, он такой чуть более рыжеватый. Хорошо они тянутся. И растушевка будет очень легкая с ними. Смотрим сводчи матовых оттенков. Очень хорошо набирается. Тоже такая достаточно рыхлая текстура, но пигментация очень такая сильная. Тоже работать будет с ними одно удовольствие. Следующий оттенок. Чуть имеет более красноватый пигмент. Ну и самый темный. Вау, он прям такой насыщенный, отлично будет работать в качестве затемнения уголка глаза. Ну и, конечно, как вариант смоки будет тоже, мне кажется, просто потрясающим. Вот такая цветовая палитра представлена в каталоге Avon. И качество, конечно, тоже очень приятное, пигментированное, насыщенные оттенки. Работать будет с ними легко и можно сделать любой макияж, хоть на каждый день, хоть более вечерний, нарядный, праздничный, как угодно. Пишите, как вам данная гамма, понравилась или не понравилась, захотелось ли вам иметь в коллекции такую палетку.